Уолт Дисней. Об Уолте Диснея знают взрослые и дети. Но путь к успеху и славе для Диснея оказался весьма тернистым. Сначала его идея с Микки Маусом была отвергнута студией MGM. Как считали сотрудники этой студии, мышь на экране не понравилась бы женской аудитории, а три поросенка были очень банальны и содержали всего четыре персонажа. Но несмотря на этот отказ, Уолт Дисней продолжал работать. Благодаря этому созданная им студия стала ведущей студии по изготовлению мультфильмов, какой остается и на сегодняшний день, а также изготовление кинофильмов и игрушек. Понравилось? Ставь лайк, оставляй комментарий и подписывайся. Дальше больше.